А что если тот самый Пудж с лапой из Пудж Ворс? Опа. Ох, просто с фул хп убило. Сразу Раптуру ему. Я его еще и форсанул во время хука, дядя. Нормально. Свою. Ты блинкуется еще. Ну я сейчас форсаную его. Да что ты в меня все напаки. Мне сейчас опять дадут рипер, походу. Рипер после байбека еще. Вот, конечно, дед старый, а вонючий. Ублюдок. Кинул Раптуру. Опа, он сейчас ему даст. А ё-моё. О, хорош, попал. Я уже думал, не попаду. Раптуру кидаешь, он полетел, дядь. Опа. Бедолага, как мы четко сейчас комбинили, это просто жесть. Evolution. Ой, как же без заставочки, дорогие друзья. Всем привет, дорогие друзья, с вами Яксонас. И сегодня у нас новое видео рубрики «А что если...» Короче, сегодня я подумал, а что если тот самый Пудж с лапой из Пудж Ворс? Почему нет? Почему бы не попробовать? Ведь раньше мы именно так и фанились, в те времена, когда еще не знали, как играть в доту, комбинировали Пуджа плюс Сикера, и получалось довольно-таки неплохо. Ну и, конечно же, нам сегодня в этой всей стратегии поможет Антонио! Бандерас Антонио. Короче, Антон уже, наверное, устал от Сикера, но хочется с Сикером писать катки. И комбинация довольно-таки простая у нас здесь. Он кидает Раптуру, я кидаю хук, я не попадаю хуком, и на меня начинают вот так вот кликать. И, в принципе, на этом видос должен закончиться. Но не тут-то было. Сегодня 100% попадание хуков. Так что поехали, ребята, будем пробовать. Ну и что ж, не забывайте про другие видосы рубрики «Что если?» и гайды на канале есть. Не забывайте залетать на вкладочку, заходите. Смотрите, ставите лайк обязательно. И на это видео тоже можете поставить лайк, потому что мы стараемся, мы пишем. Ну и, конечно же, пожелаю всем приятного просмотра, дорогие друзья. Все, отработали, можно сидеть кайфовать. Антонио, ну что, как настроение у тебя? Ты готов? Я готов опять скачивать лапу. Да, тут смотри, тут опор будем делать больше на Раптуру. Поэтому ты можешь, ну, дефолтно сейчас подкачиваться. То есть тут сама фишка будет это продамажить на Раптуре. Можно, конечно, и убивать. Ну, хук тоже, кстати, будет более больнючим. Да, да. Но это если на меня будешь кидать. В любом случае. То есть ты собираешься на меня полностью лапы заряжать, да? Ну, когда будем делать комбу, я буду на это кидать. Ну, хотя бы одну. Знаешь почему? Потому что будут ситуации такие. Будем на лайне кого-то выискивать. Да, того же алхимик фармит. Раз такой, опа, на него Раптура кидается, и он, ну, типа, он должен в теории стоять, а тут хук летит. То есть тут не факт, что успеешь лапы накидать. И если ты хочешь, чтобы продамажило очень сильно, а именно продамажит с Раптуры хорошо, то лапы на себя накидываешь. В любом случае будет тоже качественно. То есть если ты... Да, попробуем, короче, посмотрим, как это все у нас произойдет. Что-то оппоненты жесткое что-то пикают, и... Ну, уже, в принципе, чувствую контент, как говорится. Интересно будет, думаю, ну, на Пудже игры всегда интересные, всегда прикольные. А если еще и в комбинации с каким-нибудь персонажем, то... По кайфу. Я, если честно, думал сегодня писать видосик, посвященный тоже Сикеру, Тускару и Каолину, но вот как-то не удалось. Подумал, с Пуджом сыграем, потом, если что, подзапишем кровавый футбол. Футбол плюс там толкать будем от Каолина. Потом еще форсы можно туда добавить. Нужно даже. Кровавый футбол — это футбол во время месячных, получается. Осуждаю. Осуждаю. Так, ну и получается... Ну, короче, тоже прикольный видосик реально должен быть. Самое главное, угарное. Ну, нужно несколько человек еще нужно будет найти, чтобы с войсом и чисто по угару это все отписывать. Я знаю, такие видосы вы любите. Поэтому, думаю, будет интересно. Так, ну что?
Закуп. Закуп успел, да? Закуп успел, главное успеть, да. Закуп успел. Ой, жесть. Ну, готовимся. Там жесткое понапикали. Ну, у них пик такой. Пушер, пушер. И мидер, мидер кур не купил. Без кури, вот без кури как, действительно, огр спрашивает. Мидер, где кури? Это то же самое, что у меня бы в семье отец спрашивал, эй, как без работы-то, а теперь как? Самое кто смешное. На работу-то должен ходить? Кто на работу, как тебе? Типа, понимаешь, батя всегда работает, пашет там 24 на 7. А тут типа... А тут Огур спрашивает, а как без куры? А мы это знаем. Ой, бро, Огер, Огер. Так, на топе мне руну не дают, да, походу? Огур. Огур. Или в разменчик попытаться уйти. В принципе, он батя, как бы, смотри, он пишет. Я один сказал мне. Типа такой пацан уже на серьезке. Я сказал, это значит я сказал. Он хоть и батя, но он не пошел на работу, он только за молоком. Вот его все обязанности бати были. Ты про своего рассказываешь? Ну это, давай без этого, без личных. Все, 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 нормально, нормально. Осуждаю, осуждаю. Тяжело такое вспоминать, конечно. Да. Тяжелое детство было. У меня тоже тяжелое детство было. Ну давай не будем об этом. У тебя за хлебом он нашел, да? Нет, он лучше. Твой батя всегда лучше. Мой батя лучше. Самый лучший день. Самый лучший день. Огур. Самый лучший огур заходил на низ. Кстати, тут трепла, просто тупо трепла. Он же сказал, он один. Чё вы ему не даете один? Трепла против шестого лайна. Против Чена, который тоже на лайне и спасает куриц. Это у вас там веселуха. Жесть, конечно. С алхимиком, конечно, на пудже будет немножко тяжеловато мне тут. Попробую чуть ластхитить, денайть. Тут профессионал на химике. Так-то. Колечко принесу себе уплотнительное, а то жопа рвется уже. На третьем левеле должен забрать его. Не факт, что заберу, но попробуем. Такие оба побоялись продолжать драку. Но я не хочу размениваться, потому что мне мид еще сильнее усугубит. Но можно было попытаться. Ну ты его каким-то образом еще прокарачил на пол почти. Ну я его так нормально домогнул. Прям бодренько. 180. Я его бодренько прям домагну. Ну и сам тоже стою. Бибу сосую. Алхимика там на низу монетка была, если что. Побежала. У него 260 хп. Ну, типа 180 хук чистым. И там, мне кажется, я могу не пережить. Ну, если без тучки, должен убить. Не, вот так вот сделаю. Грамотный хук с зажимом яйцами. Чётенько. Зажим яйцами произошел только что. Ну, я его выхукал в эту в канаву, он там в любом случае не выжил. Нормально, красиво, качественно, ребята. Не забывайте поставить лайк за такие хуки. Здесь хуков будет много, и я думаю, хуки будут максимально интересные, поэтому... Не забывайте, друзья, что можно поставить лайк, подписаться на YouTube-канал и залететь на стрим вечерочком, посидеть, попукать, пописать, какой я плохой. И все в стандартном таком варианте, поэтому я буду ждать ваших негативных отзывов, как обычно. Блин, ты бы видел, что тут было, ладно, это не рассказать. Что там, Огр пошел драться? Нет, я тебе отвечаю, он перед тавером стоял вражеским.
и секунд 20 влево-вправо просто ходил, а все это время его откликал чем. Вот, а Огр принципиально просто не уходил от него, не знаю, получал и просто стоял. Ну и вот так и до смерти стоял. Самое, знаешь что? Что-то хотел сказать и забыл, короче, рили. А, он видит. Он пошел, короче, он сдался. Он морально слабый. Так будет интересно. Он что-то гениальное задумал. Внизу руна резнулась, блин. Я на хосте уже не побегу. Там можно было, но, блин, варда нету. Беу! Так, СК. Такой ты алхимик, прям сильный алхимик. Самый лучший. Самый лучший день. Алхимик там что-то такое. Вроде слабый. Эх, не попаду уже, жалко. Ну, я фарма ему не даю в любом случае. Фарма не даю. Фарм ему не даешь? Ну, фарм не даю, да, но и сам не убиваю. Если хуком бы сейчас попал, забрал бы. Забрал бы. Огр, если сейчас фидить будет, сильно мы его кикнем просто, даюсь. Типа, чё, в чём сложность? А-а-а, даже так. Даже так. Вот оно что, Михалыч. Да. В чем кайф вот так вот, да, заходить там в АФК стоять, типа, и все, типа. Весь смысл игры. Чел зашел. Чел зашел, типа, весь смысл. АФК просто. Так, я вот эту штучку куплю себе. И ТПшечку, дядь. Все, найс. Через 13 секунд алхимик должен еще сфидить. Я так думаю. Ну, а там посмотрим. Так. Крипы сейчас под Т2 будут. Надо. Вот так делаем и отходим. Обходим, обходим. Ладно, вот так вот. На ТПшке пришел. Ах ты, Криса. Огурчик идет. Пойдем. Рак. Идем, рак. Ух ты, аж 6-й левел, блядь, ничего себе. Вот так вот его туда. Туда его. Огур вообще молодец, сильно очень играет. Тут вообще, если б не Огр, сейчас бы ПФ написал бы. Как он умер, если вы его впервые убили? И он, короче, алхимик напряженочку кастанул. Двойку. И дальше что происходит? Огр стоит, тычкуется. Алхимик, естественно, когда умирает, ну, взрывается его там склянка, да? И он просто, Огр от ацида умирает. Что там у тебя? Есть раптура, да? Гоу. Что-нибудь поделаем. Какую-нибудь грязюку. Сейчас мы сделаем. Давай вот такую штуку куплю еще. Подойдешь к Т-шке сюда, иди. Да, иду. Опа. Ну, короче, стратегия. Раптура даешь. И поехала. Вардецкий. О. Огр его спугнул. Он, наверное, не выйдет. О! Раптура есть. Оп, поехала. Пуджворд поехала. Пуджворд поехала. Красота. Красота, дядь. Спасибо за фраг. Спасибо за фарм. Дочь. Да, дочь. У меня вчера было. Дочки, годик. Но она типа такая, курила, что у нее этот день рождения.
такая. Меньше, она тебя по-особенному как-то вела? Слушай, ну, и столько внимания было к ней, и, типа, все что-то дарят, ей показывают, она так вроде как это... О, нифига, типа. Ну, что-то вроде как поняла, хрен ее знает. Внимание или бан? Понятно. Ну, недорого внимание, как дорог тот подарок. Вернее, смотреть может не каждый. Лишь не все. Так, ну у меня тут суицидалочка наклевывается. Интересно, что, Дум убьет или суицидка? Опа, суицидка. Хорошо. Ух ты, бро. Алхимика там задушили. Красава. Забавно. Все, Раптура уже откатилась, да? Рапчуре готово. Рапчуре готово. Так, смотри. Беру вардики и иду завариваю. Завардиваю. Завардевываю, короче. Заварды. Заварды и двор. А, зараза? Аза. Не надо, пожалуйста. Хоть один стрим может... Вернее, хоть одно видео без него обойтись. Нет, аза в головах у каждого из нас. Не надо, пожалуйста. Опа, хучок маленький. Бежишь, что ли? Да не должен ты убежать, дядь. Урна-то делает вещи. Так, ты у нас где, товарищ? Ты в меду, да? Я бегу. Все, я чисто так. Подработал здесь. И иду. Куда-то на топ ушел химик. Вред. Так, срал-драл. Тут у нас. За тавером нету. О, химик, вон он. Отойдешь в стороночку? Смотри, он побежит. Ну, пусть бежит. Слодар, если не будет бежать передо мной, вообще будет гениально. Уйди. Блин, Слодар очень тяжелый. Эх, как хорошо я попал. Очень тяжелый парнишка на Слодаре. Категорически не захотел отходить. Так, я, наверное, опять Дум поймаю сейчас. Блин, он достал уже. Но мне пайп не поможет против Дума, потому что... Как бы... Дум чистый урон. Опять himself просто. Ну я кстати, в пол фор... А, форстав купил. А, лол, я это, случайно баганула бабки, короче. Форстав есть. Жесть, что за дота, дядь? Убегай, там хаос тп дает, дядь. А, нет, не хаос, все. Алхимист, у тебя уже раптура есть. Блин, как изи раптура, коты ж... Как кто-то мне донат закинул, прикинь? На брудмайзер сыграй. Так, какая брудмазер? Брудье главное правильно подобрать стратегию игры и предметы. И чтобы в вашей тиме был агрессивный пик. Сыграй на брудмазер. Тогда бруды заходят. Да блин, короче, у меня... Спасибо, дядь, за донейт. В любом случае, потом будете видос пересматривать. Ну, благодарность я сказал. Блин, короче, есть пацан один. Может, даже не один, потому что под разными никами постоянно в офлайн приходят донаты. И чел постоянно, блин... Бруда. Вот так, короче, спамят меня тупо этой брудой. Я не знаю, зачем она нужна, что они хотят. Но постоянно надо играть на этой бруде. Вот бруду мне играй, бруду. Блин, я уже так устал с этой бруды. Это просто ужас какой-то. Но я сыграю в любом случае. Варианта нету. Ну просто... Там чуть ли не каждый стрим бруда получается. Блин, Слардав не дает хукать, хоть не хукай. Ксука ее. Вот такой ксук даю. Хорошо. Челу с тобой сломаю. Так, у нас что-то пацаны мощные, да? Так, пойдем, раптура есть уже? Сейчас лес надо завардить, дядь. Лес завардим. У меня форсик есть еще. Раптура почти есть. Хорошо. Ты если на себя лапы накидываешь и раптуру кидаешь, то дамажит сильно очень. Так. И где еще вардик ткнем? Вот тут на лайне думаешь ткнуть? Под тэшкой? Если мы этот тауэр сейчас снесем, то... Во-во-во, вон Думчик идет с медасиком, дядь. Вот сначала тебе кину. Бегу. Раптуру чисто туда ему. Посмотри, куда убежал. Убежал на мид. Криса. О, алхимик, да? Алхимику, дядь. И да, что такое?
Сейчас, сейчас, алхимик там напрягает. Опа. Ох, просто с фул хп убило. Блин, как же это жестко. У тебя тоже лапы были. Хорошо. И най, най. Хорош. Вот так сделаю. Нах, такой. Давай, токийский дрифт покажу ему. Ух, кинул тебе раптуру. Раптуру? А, бладрагу, я понял. Блин, там получается 360 чистого и еще и плюс еще 40% от 360. И, короче, я считал там тупо, ну, 700 урона почти. Понуятно. Понуятно. Не уходи, дядь, из леса. Тебе сейчас ТП дадут, они по КД будут всегда ТПшиться, мы будем по КД их хукать. Я, короче, хукану, если он выживет, форстафну обратно. Куда-нибудь так, куда он там пойдет. Так вот. Я по тебе не получаю. Во, идет, смотри, хаос. Дядь. Сразу раптуру ему. Раптуре есть. Я его еще и форсанул во время хука, дядь. Просто там фул хп улетели. Ой, бро. Жесть, конечно. Все, наигрался, пацан. Че, ехал Ари? Это была разминочная стратегия. Так, ну что, ребята, быстренько мы, конечно же, сделали ре, потому что так не пойдет. Нужно хорошее, интересное, фановое и, конечно же, все самое лучшее. Ну и начинаем каточку с некстовой игры. Вот такие вот у них пики ВС и такие пики за. Ну и будем начинать. Будем начинать. Это неплохой пик у них. У них, да, у них прикольный пик. Особенно мне нравится, что там есть Некролайт, Чулочек, ДС. ДС, в принципе, под раптурой не бегает. Мартретка, вот Мартретку даже через БКБ можно будет. Прикольно, короче, ну, комбинить. Вот, и попробуем, надеюсь, эта катка будет лучше, чем прошлое, потому что в прошлое что-то как-то не пошло у пацанов. Будем, так сказать, вызывать кровотечение в маркетке. Осуждаю, осуждаю. Опа, слушай, я так... Опа, осуждаем. Чё интересно? Осуждаем, можно. Можно осуждать немножечко. Интересно, чё пак качал мне прям... Прям интересно. Атрибуте бонус. Но уже второй левел, уже не важно, что он там качал. Уже не важно, что там пак качал. Главное, что я его продамажил. Я его продамажил, он меня продамажил. Чуть пострадаем немножечко, а потом начнем доту. Начнем, пожалуй. Let's get some dota. Да. Надо второй мид подряд в катке выиграть. Орфография. Астрономи, нифига там он хилочки еще принес. Не, ну у нас с паком тут размены лютые вообще. Ух ты, он меня сейчас убить хочет даже. Ой, промах вылетел. Ну такой, такой ты, дядь. Чуть пофармим еще. Размены у нас чисто на хитпоинтах тут. На хилах дота. Стрим. Пак там вообще все понажимал, все кнопки, у нас что у него такая экстренная ситуация сейчас. Короче, выхукиваю его, и он там все кнопки подряд понажимал, чисто так. Кидает сразу орб, сразу же в него телепортируется, да? Сразу же шип. Ну он типа это, я его подловил,
в моменте. А он говорит, лагает, он нифига не лагает, он нормально АПМит, видно по миду. Либо так в лагах АПМит, либо в рунишка. Дурачье. Дурачо. Ну, тангусы мне Рики принес. Нифига себе! Напишем плюсики ему. Офигеть, пацан. Нормально так-то. О, как я его подловил. Жесть. Короче, отменяю хук, он уходит в shift, и прям в shift туда хук сразу же кидаю. Прям такая красота. Вообще жесть, слушай, нашу доту хоть отправляем. Рики инвиз берет. Чтобы не видели. Теперь сентрики не спали. Да. Сентрики не запалят Рикимару теперь. А, он ДДшку взял, мне показался инвиз. Ой, я рак. Понял? Запылесосил пацана до драфта. Осуждаю, конечно. Вот я, конечно. Что там у тебя? Какой левел, дядь? Четвертый, да? Хорошо. Да блин, захавать не могу. Я два раза контроль потерял просто. Ты меня не убиваешь никак. Че он за мной бежит? О, хорош, меня забрал. Лагает. Напишу, лагает. Лагает. Ну блин, типа я вот здесь вот сейчас, короче, когда начинал... Да, иду и просто тупо контроль теряю. Нажимаю D, уходит в инвиз. У меня персонаж бежит. Потом уже дистанция. Да балаболит он, что у него лагает. Нормально он кликает. Ну хорошо, забрал он. Но тут моя полностью ошибка, что сейчас не забрали его. Плохо. Очень плохо все понажимал. Но ошибки бывают, это нормально, ничего страшного. Это все мелочи. Этот пак по КД фидить будет. По КД. Не проблема. Сейчас на мид только выйдет и пойдет. Там на низ он, возможно, пошел, кстати. Слышишь? Пак на низ побежал. Даже мне кажется, если я его подхукаю... Да, он внизу, ребят. Подхукаю, то он все равно шифтанет как-то. Кайлу слил. Че там, до Тала убежишь с ним, да? Не убил. Хорош. Там шаман разменивается. Но он без маны. Да? Он без маны, ты его, по идее, убиваешь. Либо я сейчас подойду, убью. О, еще один. Дядь, заберешь? О, пусть бежит, пусть бежит. Ну давай вот так сделаем. Прям краешком, да? Красота, би. MLG. MLG. Дота. Вообще жестко. МЛГ. Only MLG Gaming. МЛГ Gaming. Именно Gaming, да? То есть так это говорилось в то время. Гау! И ничего такого осудительного. Осуждаемо. Да ты зачем пыльцой посыпаешь? Ты арбуз лей на паке. Ладно, не надо уже. Уже не надо. Крим 0-1. По-моему, не в ту игру зашел. Ну да, видно, тяжеловато ему. Блин, не дает ДСК-то добить. А, в крипа заблочился. Стрим. Scream the headshot machine. Так, когда раптура будет у тебя там? Рап.
Стена готова. Готова, да? Мы можем так-то. Урночку взял. Блин, хочу Кату добить. Не допилил. Нифига себе, это что за профессионал дота там? Профессионал дота. Дарксир стоит с ДД. Да, там ДС бегает под Серджом. Ой, хорош. Че, ты ТП даешь, да? Блин, Раптуру дал уже, зарядил. Я бегу. Я далековато. Мне кажется, не потянешь, не потянешь. Хиляйся там. Эх, жалко. Эх, сказал Полулех. Осуждаю. Так, у меня расходника нет, нифига. Да и просто сетку хекс. До свидания. Блин, конечно, 50, 550 голд за 20% резисток магии, это что-то дисбалансное. Да, я вообще на самом деле прикайфовал с того арта. Почти всем, если берешь, там так очень сильно бустит. Не, реально, какая-то скрытая имба. Hidden pool? Я бегу. Куда они идут? У меня тут убивать собрались так-то. Ух ты, пак дагер купил. Ну я, по идее, живу. В любом случае. Хорош. Где этот купу-купу? Купу-купу-купу! Кури-кури, типа. Он тебя убить хочет. А не убьет. Ох ты, блин, канулся, прикинь, хотя урна висит. Я могу обладаешь ждать. Ну, я зарегенюсь, у меня реген жесткий. Зарегенюсь. Рунку заберу и пака заберу сейчас. Че, придется дагерочек брать для пака. Джорджо Ормани. Джорджо Ормани, брат. Ох ты. Джованни Джорджо. Доминейтинг. Я, наверное, все-таки сделаю дагер тогда, да? Для пака специально. Perfect. Perfect. Или все-таки форсу. Так и то, и то. Why not? Why not, да. Один для контента, другой для пака. Хорошо. Че там, кто на миду у тебя? Ох ты, Раптуру кинул ему? Кидай Раптуру ему наглую. Хорошо. Опа, дядь. Опа. Опа. Вот тут меня с трех кастов просто пол хп убил под лапами. Да, под лапами там, конечно, дядь дамага сыпется, что больной дурачок. Ну да, я не стал так выражаться. Так, хорошо, смотри. Вот это скупай, у нас сегодня распродажа на зеленых. Вернее, на оранжевых. И можно, знаешь что, ну ты реснешься, у тебя сейчас раптура будет уже по-любому. И погнали. Так, внизу сори суета, чё, вниз тогда ТП давай. Давай. Давай, давай да. Всё, я тоже тэпаюсь. Там смело кому, этому, некру можешь или кому. У кого угодно. Её нет, 10 сек, 5 сек. Тогда ДС удять. По-моему, тут так понятно. ДС там выбегать будет, чекай. Нет, не выбегает, смотри. О, Раптура есть? Побежал. Побежал, ну сейчас дагер будет даже. Смотри, бежит. Бегает просто. Не, ну этому человеку нет смысла объяснять, что под Раптурой надо стоять. А так, короче, план наш провалился, да, по контенту. Из-за того, что... Чувак сам себя убивает. Я не знаю, как это контрить. Да что ты на паке делаешь, что такое? Пак. Рак. Эх, блин, вот это хуп, конечно. Сейчас, у меня варды идут. Окей. Ждем Раптуру и погнали в лес, дядь. Просто от этого сала надо доджиться. Я не хочу, чтобы он нам мешал. А то он пришел, суету наводит, типа, помогайте, а мы же контенту даем. Мы же ракби. Мы же ракби. Ракьюби. Кури-кури. С регеном в паке.
Так, я пошел в лес, дядь. Пойдем, может? Там мартретка где-то. Тавер заберу. Давай. Тогда вот тут вот так делаю. И жду тебя. Блин, сало мешает, конечно, да? О, мид. Так, ну там пак. Ну кого-нибудь, если на роптуру садишь, поехал. Некро того же можно или кого-нибудь. Блин, я... Достану? Да, достал. Блин. Мне дагер сбило, короче. Ну ладно, пусть так будет. Че ты там на паке хочешь, дядь? Да ты чё? Да ты чё? Не, ну на паке, конечно, парень. Все, ждем раптуру твою. Я пойду под варжу. И надо вот здесь тянуться, дядь. Блин, я не хочу линкать, потому что сало тоже реагирует на это. Короче, по верхней кемпе, вот куда я иду, сюда надо будет идти. 20 секунд у тебя еще. Опс, у меня есть, трипварда. ОБС. ОБС, обсервер. ОБС, обсервер, что это? Айронвуд? Брюнки, дядь. Руптура чуть-чуть, 5 секунд. Давай, 4, 3, 2, 1. А дальше сейчас еще вторую накину. Кинул. Две руптуры, два болдрейджа. Да он и так там, блин, бедолага. Чисто. У него хп совсем нету, типа он еще побежал, понял? Надо на кого-то жирного более искать, кидать. Клок 1000 хп, дядь. Мартретка там тоже жирная. Вон ДС идет, на ДС вообще идеально. У меня нету. Ну так заберем. Или не заберем. Ты откидывает меня. У тебя радик, нифига себе, ты сильный. Беги, ну запилишь такси. Его, если что. Беги, такси. Надо отходить, Антох, потому что тут и Мартра пришла. Блин, даггер... если я поживу какое-то время, мне кажется, я их всех убью. Поживешь, ты их и так убиваешь. Но только не так. У меня нет вообще маны, дядь, даже. Эх. Ну я этого заберу и в таверну ныряю. В принципе. Такое, не хотел я драться до Талова. 3000 золота, форстав, вот форс не хватило. Честно, я и мог и не умирать, в принципе, но я так думаю, ну хрен с ним, пофиг. Разменяюсь вообще, мог уйти спокойно. Падлу. Мог драться, мог забрать еще мартру. Ну что-то подумал. Я мог еще и уйти, хотя там уже обсерв стоит, уже вряд ли уйдешь. У тебя есть топорик? Да. Хорошо, возьму сентри, пойдем сейчас тут откроем точку. И так бы круто, блин, ДС с худом, короче, но у него 800 хп у ДС. Самый кайф это клок. А так. Смотри, группура же чистый. Чистый урон, да, чем больше хп, тем лучше у клока, хорошо. Слушай, а кто забрал этот стрик? Я что-то прогулил. Я не увидел. Я тоже не увидел. Пак вроде. Пак. Догон у пака, кстати, видел? Ну я сейчас резность, кстати. А, ты уже там уже сушишь. Тушишь. Ну надо драться тут. Да, 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 принимай. Я бегу. И я бегу. Мартра с Володькой. Сайленсер погиб. Эй, сорян, чихаю. Пойдем девардить. Let's go. Я центр ткнул. О, Марита. Пачку заберу. Да, давай. Поехали. Ух ты, ничего себе. Так, ну и тот, кто первый подходит, мы его сразу на хук, короче, садим. Чисто завардились, дядь. Сидим, ждем. Ну ты фармишь, я курю. Кто-то на топе есть. На топе пак. Че, ты хочешь пака пойти поймать? Mm-hmm.
Ну, двое внизу, на парке. Трое внизу, не подойдут никто. Ну, ты здесь поймаешь его сам. А, ты не так пошел немного, да? Ну, сейчас тогда я поймаю. Да, он все еще там. Та-та-ра-та. Вот здесь будет, наверное. Потому что тут отсюда не вышел. Либо на тэпе уже ушел. Не, вон идет вроде, не? Нет. Не, ушел, ушел. Хорошо. Че, подходи тогда сюда. А он тут, вот тут он. Да пофиг на него. В миду кто там? ДС, кидай. Кинул. Нормально. Пойдет. Пойду вот. Че ты в Октарин, наверное, выходить будешь? Октарин. Да. Если он тебя хильнет первый, дядь, он сдохнется. У него ничего. А, у него тоже БМ-ка, кстати. Сейчас пак тебе напихает, дядь. У меня БМ тоже есть. Ну нафиг, дядь. Я тебя подхилю. Ой, хорошо. Ну я вот этого захаваю. Просто я побоялся, он тебя просто с прокаста вынесет. GLCF SPS. Просто с... Что там, Раптура? А, Раптура есть, да? Хорошо. Что там, Некр? Пофорсовал бедолагу. За эти покатушки вообще пол хп у меня просто слетело из-за БМ. БМ, да, БМ назад был. Блин, ну забавно. Все равно забавно. Я тебе рекомендую в Октарин прям сейчас нырять и прям будет пушка. Хорошо. Че, может уйдешь в лес? Пусть они там союзники пофидят наши. Я на топ пойду там. А, нет, не на топ, ладно. Ты уйдешь. Ты отменил, да? Да. Хорошо. Хорошо. Там, если что, это, даже можешь поигнорить несколько драк, пусть пофидят чуть. Там уже два ФФ есть. Загнобили пацанов. Ну, а вы как думали? Контент-то как? Куется. Контент куется. Руинам игр. Руинам игр, да. А вы как думали? Надо не спешить. Контент достается из недр земли. Из недр волшебства. Из недр моих недр. Из твоих недр. Из моих недр, Федор. И Аганим выколочу тоже. Недр. Тидр. Дегнойный недр. А, осуждаю, че, Раптура есть? Кидай, поехала, некро, бедолага. Ты где там, в лесу, да? Ты в недрах земли, да? Там, кил любого можно, в принципе. Давай я на мид тогда выйду. Давай. Прикинь, некро к себе. Да его сейчас там убьют, некро, этого бедолага. Там два инвиза. Но там кто-то по-любому подойдет помогать. Оставь пока. Вон, кто там у нас? Пак. Но если паку кидаешь руку свою. Накинул. Ух ты. Ух ты, блинкуется еще. Ну я сейчас форсану его. Как это контрить? Как это никак не уже не законтришь. Это уже никак не законтришь. Пойдет. Может, там три на меня напало. Ничего себе она. У нее нормально все? Все живы. Только не критуй. Ох ты, дядь, форсану тебя. Ну могу вот так вот сделать. Хильнешься. Давай. Ладно, тут уже кривой хук, ладно. Чуть тебя хильну. Ну заберешь, заберешь, хильнешься. Ава! Ты прямиком бежал в рипер, дядь, в таверну прыгнул. Нет, просто. Нет никого рипера, я вообще-то живой. Вообще-то я живой, да? Я, кстати, иногда так и делаю, чтобы эти 30 секунд задоджить. Ну реально нафиг, ну нафиг. Так, ну короче, смотри. Нормально ты фидишь. Что там, Октарин будет, да, скоро уже? О, 3700, хорошо.
прямиком в таверну телепортировался, вот отсюда прям. Просто с криками «забери меня!» «Забери меня с собой!» «Поехали вот сюда!» «Давай, давай, давай, поехали!» Там сейчас по-любому ТП будет, мартретка или кто, 6 секунд, кто ресается. ДС, сразу раптуру и погнали. Оба! Ну, нецер, нецер, дядь, тоже неплохо. Что? Раптуру кидаешь, он полетел, дядь. Опа. Бедолага, как мы четко сейчас скомбинили, это просто жесть. Ой, ну я жду. Раз, два, да, и все, и нету деда. А нету деда. Отсуждаю максимально, ты че, дурак, что ли? Ой, так вообще не шути никогда. Отсуждаю максимально, я этого человека не знаю. Ну запикай там просто, и это тоже все. Все. Блин, не забыть бы, отвечаю. Реально тебе говорю, за это можно отлететь. Ой, бро, мне стыдно, я красный сижу реально за то, что ты сказал. Руптури на тебе. Чтоб тебе, блин, не знаю, по голове в подворотне настучали. Я тебя теперь ненавижу. Так, раптура уже есть, а чем мы убежали? Надо же бежать раптуру юзать, дядь. Опять, вон, смотри, а там ДС уже на месте. Он сейчас как раз под вардом. О, и Мартра там. Я в вард иду ставить, дядь. Бегу. Я бегу, 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 бегу. Все бегут. Осуждаю, дядь. Вообще жесть. Так, вот этих дедов забирай. Кто там пожирнее? ДС 1000 хп, Мартра 1000 хп. Выбирай любого, дядь. Просто выбегай, сейчас кидай раптуру. И вижен даю сюда, и их я их вижу. Никто не идет. Еще сзади пак. Пак, да пофиг на него, давай этого. Еще челочек сзади. Все, раптуру даю. Раптуру даю. Раптуру даю. Раптуру даю. Ну да, 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 я знаю, что сейчас будет. Нас сейчас при. Кидай, дядь. Кидай. Кидай, бро. Кидай, дай хоть клоку. Я не достаю. Да хоть клоку кидай. Ну клок уже сдох. Давай ДС. Или нет. Я докинул. Ой, я промахнулся, дядь. Но я форсану его, чтоб ты сдох. Жесть, что за лажа? Мы все полностью сейчас накосячили. Это кара. Кара мне с небес. Да-да-да, правильно. Тебе это надо, дядь. Так тебе. Ух ты какой. Давай, 1x9, дядь. Ты че? Опа, и на рипер прям. Да ты че, нифига себе. Вот это дали, да, пацаны? Офигеть. Ну, игра хотя бы не так закончится быстро. Да, да видел что-то. Но я, у меня на самом деле чуть-чуть дагер. Чуть-чуть. Почти чуть-чуть откатился. Блин, надо было там, вот как по-другому? Мне надо было цеплять тогда. Как по-другому? Но если бы я цепанул сразу, мы бы не бежали. Типа в теории. Но нам же нужно именно раптурку. Я еще хуком. Это первый хук миссанутый был, кстати. Первый. Слово пацана? Ну, нет, ну в смысле, по факту первый. Мы же больше не промахивались, правильно? Так, ты 30 секунд еще чилишь, да? Тогда можно немножко подраться, правильно? Подраться. Фига себе, Нортром там. Ух ты. Блин, я прогулял, пока за курьером смотрел. Вот так вот сделаем немного. Я вспоминаю. Тебе вообще пофигу на этого пака? Ну да, хп много. Хп много. Но они сейчас самое тупое, могут в хг зажаться просто и все. Это не очень, конечно. Так, ну ты уже здесь, да? На топе пак с Юлом. Клок тут чекает нас. Тут... Добегу. Кто вон? Клок, да? Хорошо. Хоть кого-нибудь. Ну, блин, только не пока. Попал, да? Хорошо, хорошо. Ну, типа, ладно, вот так вот сделаем уже. Да что ты в меня все на паке? Мне сейчас опять дадут рипер, походу. Рипер после байбека еще. Вот, конечно, дед старый, а вонючий. Активный какой. Блин, ну я линку тогда буду делать. Типа, я обычно на пудже линку не делаю, но этот чел решил покайфовать.
покайфовать в этой дотке. Ой-ой-ой. Твое же оружие против тебя, дядь. Ну, кстати, иллюзию добьешь, хильнешься сильно. О, в смысле? Со своей не хилишься? Maybe. Лол. Должен хилиться, обязан. Может быть, Blood Rage багнулся, дядь. Тоже не исключено. Он очень часто багается. Да ты пака можешь убить там, дядь. На паке мог сейчас... Ой, на паке этот парнишка на шамане мог сейчас спокойно. Это... Так, ну что? Они, да, уже одеты. Ну, кстати, вообще. Вообще так вообще. Go FF. Go. Я линку делаю. Линку делаю. Некр, конечно, такой неприятный мужчина. Жесть, еще минуту в таверне сидеть буду. Ну я чисто как этот, знаешь. Зашел здесь почилить чисто и все. Вот я даже не знаю, кого там фокусить. Некро желательно. 1700 хп, блин. Его надо через раптуру. 30 секунд я ресаюсь. Они дальше вряд ли пойдут. Что там, у тебя Октарина еще нету, да? Угу. Но потом БКБ хладять смело, мне кажется. Взял БКБ, Октарин, и ничего бы они не делали. Да. Ну мы немножко лоханулись, видишь, там, на топе. Сейчас нормально отдефаемся, подвардимся, вардики есть. Я линку делаю себе. Линку себе делаю. И можно будет на Рошане их поймать. Я думаю, они Рошу в любом случае рано или поздно пойдут. Ну, если они пойдут, да. Так вообще, блин, мне бы подфармить теперь. Иди, фармани лес, я сейчас подваржусь, дядь. Мне, мы тяжело сейчас деремся вообще. Там контра пошла. Ну, мы по сути не деремся даже. Мы даже и не деремся, дело в этом. О, на миде ДС. А, нет, это иллюзия. Иллюзия? Значит, вроде плотно. Я кинул, короче, и этот. Вроде норм. Ну, ладно, толкнем. Че, Рошу бьют, да? Блин, они на Рошане. Ну, уже не успеем, кстати. Слышишь? Фига себе. Кепки, наги. Я иду. Мартретку можем, кстати... Давай сами Рошу. Кинул. Кинул Раптуру. Опа, он сейчас ему даст. Да ё-моё. О, хорош, попал. Я уже думал, не попаду. Дядь, я тебе хиляю тебя, хиляю. Аегу возьми. Сейчас пак ворвёт. Бери Аегу. Лапы не кидай себе, добери Аегу на здоровье. Быстренько, сразу. Ой, хорош. Сейчас, на миду ДС это иллюзия опять, да, наверное? Опять иллюзия. Да, иллюзия. Нормально, вот так вот. А то это тут такая... Иди сюда, моя сладенькая. Ой, ты моя молодчиночка. Кто там еще? Вот там кто-то. А, ДС настоящий, да? Блин, как мы деда грамотно забрали, да? Так, Октарин есть. Красава. Раптура, если что, уже там почти есть, да, 10 секунд. Любому накидываешь, хоть паку. Опа, тучка. Тучка, дядь, а что это такое? А что это такое, дядь? Раптура есть, дядь? Кидай. ДС укинул, да? Хорошо. За крипом прячься. Неудобно, а? Сейчас, сейчас, мне сейчас. И не, опять и в крипа попаду все равно. Вот собака. Ну я не буду прыгать. Ничего страшного, она кдшится у тебя 40 секунд. Прикинь, и крипа еще не сливает, блочится за крипом. Вон, видишь, не хилишься. Видел? Добил, не хилишься. Вот багается иногда. Иди лес. Хильнусь, да, хильнись. Кукану тебя. Дядь, заблочь, дэмэдж. Вай мне. У меня-то Аега. Ой, бро. Меня Рипер просто душит. Ну, Рипер есть Рипер, сколько бы хп не было, дядь. Мне кажется, и того заб... Ну, смотри, 25 секунд пак. У Некра есть дагер. Уйдет, дядь. Да ну, не стоит. Я бру. Не стоит. Блин, я бы даже и такой ИБМ бы сделал бы. Мартретки, лапу. Ой, лапу, трактуру. А, ДС кинул. Ну все там, смело ваши. Только жалко, смеями не запушите. Некродед пришел.
Одна секунда, рез там покреснулся, если что. ТП-шится уже. Будет влетать сразу на full damage. Да уходите, пофарми лес. Да, нет, надо уходить. Да, лесочек. Мало. Блин, у меня тоже я это жду вот этого хука, да, и, к сожалению, не принимаю почти участие в игре. Но золото по чуть капает, по чуть, по чуть. Почти линка есть. Почти. Тебе по КБ-ху и вообще пофиг на все будет. Еще голден. Да. Вообще пофиг. На вставочку надо. Накачано. Накачано. Мне кажется, я пака, в принципе, с ульты сжираю, не? Кажется. Блин, с этими вардами, конечно, не могу. Слот один забит, и ТП-шку надо юзать. Хорошо. Сейчас на низ по-любому кто-то прибежит дефить это все. Сейчас будет только бро. И мы выносим. Да мы и так, в принципе, выиграем их, я не парюсь. Вот он, вот он, вот он. Как он переживает, ё-моё. Он гем купил. Спасибо. Гемчик, это надо. Это надо. А зачем гем? Для кого? Для Кимару? А, и Сала же тоже. Аркадиус, дай ко мне куру. Да, конечно. БКБшечка, да? Да, я иду к вам. Кстати, на топе некор. Да, вот некро будет за его риперы вот эти бы, я бы не знаю, я бы по КД вот на нее, но я далеко, дядь, очень далеко. Я попробую там. Да сам убьешь, не, БМ главное четенько нажать, дядь. Он сам убьется, БМ, жесть. Я парим, у меня такое сколько. Да, я вижу, вижу. Но у вас такой лютый разменчик какой-то был. Некродед. Так, у меня получается что? Линки есть. Алло. Алло. А, я понял, вот оно что. Ты аркадный, если что. Аркандий. Не, Аркандию, дядь, Аркандию. А, вот оно что. Думал, ты аркадный. Вот оно что, хейтер какой-то зафуловился. Так, риперочек даешь? Любому. Хукаем и красоту наводим. Вон, кто там? Некр? Некра деда давай, дядь. Некра деду кидай эту кнопку. Кинул? Кинул. Вот так вот тебе. Волосатый старый вонючий. Проклятый старый дед. Дед, у меня... Ой, дед. Блин. Сорян. Сейчас, сейчас, дядь, я помогу, если что. Я тут в кустиках хожу. Опа. Так, пойдет. Го, отойдем. Нормально. Вот то, что нам нужно было, ребят. Тот самый контент. Ух ты, смотри, что делает. Помойку. Я отойду, дядь. Мид толкну. Еще рано ФФ. Блин, один ФФ там остался, дядь. Еще рано ФФ. Но контента даем. Даем контента, дядь. Контент даешь? Даем, то, что нужно, вот это самый изюм этих игр. Это когда они чуть-чуть начинают камбэчить. И мы вот это так, значит, переворачиваем с помощью комбинации этих красиво. Честно. Мне то, что нравится, вот это, то, что нужно. То, что я люблю. Так, у меня есть. Наконец-таки Линкин сфера. Можно не бояться. Если что, на тебя буду кидать. Я продаю урну. К сожалению, надо расставаться. Так, и что там? Есть раптурка, да? Ты на топе. Или где ты? У меня есть почти. Ты внизу? Где ты? Не вижу тебя. Ага, вижу. Вижу. Так, в миду кто там стоит? Вон, побежал он, дядь. Смело можем? Побежали просто в наглую, по цели. Или Марита, дядь. Кого хочешь? Вон, можно ДС? Вон, смотри, как стоит. Сладенько. Или Мартретку, или ДСик. Ща, вот тут вот так сделаю. Опа, смотри. Кто там ближе будет? В меду члочки есть. Опа, нифига себе, видал?
Опа, дядь, видел, как засейвил? Но, скорее всего, после этого это будет просто ГГВП. Как Рипер. Я в последнюю секунду на этого, на шамана поставил линку, короче, и он с Рипера не отлетел. Че там, у тебя почти раптура есть, да? Хорошо. Опа, ДС. Не убивай его, пусть на него на раптуру посадим сейчас. Пусть ребята потеют. Второй миссанутый хук, кстати. Ну там тяжело, тут три героя тут стоит. Тут надо за спину как-то и дистанцию. Ну, не, ну ето бан, да. Так, раптурка есть. Раптуре есть, дядь, погнали юзать. 6. Ну это, конечно, красиво. Если раптуры попадаешь, прям. Ой, раптуры. Хуком попадаешь под раптуру, это прям сказочно. Мне нравится. Это эстетически вкусно, между прочим. Куда пошел, дядь? Куда ты, мой дорогой? Бекки 02. За ним ФБР приехало. Эх, блин. Ну, в принципе, можно кикнуть его и дальше идти. ФБР, откройте. Это ФБР. Не ври. Врунишка. Чё там, кто есть, дядь, сразу можно было. О, Марита. Блин, Мартретка, да? Попал. Хорош. Ой, бро! Как же это, блин. Вот она даже не поняла, что произошло. Просто. Да, просто хук, раптура, все, до свидания. Мы можем сейчас, кстати, вот так вот в дефе их... О, смотри. Ничего себе подглядывание. Рыбал очка. О, я подглядывать люблю. Подглядывание. Так, смотри, у тебя уже почти есть раптура, да? На дефе можем сейчас такие красоты делать тут. Главное, линка тебе, мне, дядь, и все. Ты тоже линку делаешь? Да, уже делал. Хорош. Рыбалка. Опа, некродед, дядь. Смотри. Кинул. Ой, бро. Как же это больно, ё-моё. А вот этого укусить надо. Вопросы, вопросы. Трогай, не трогай, не трогай. Не трогай. Лагает, да? Так, еще раптурку ждем. На топе, смотри, ДСик стоит. Ну, тут 20 сек. Долго, долговато. Да быстро. Ты че? Так. Есть раптурка почти, да? Хорошо. Вижу уже. Заходик. Пошел. На мортретке. Достану. Ой-ой-ой, как хорошо. Вкусинка, да, дядь? Крацубо. Вкусинка. Крацубо. Может рефреш купить, чтобы в случае хука не попал рефрешнуться, хуком кинуть? Я тоже хочу. Просто, потому что уже нечего собирать. Ну, у меня типа Октарин. Я могу Октарин собирать сейчас. Жесть. Октарин. Ты меня называла. Уже почти есть раптура. Все, это крайний ФФ был, прикинь. В Доте 2 два заряда есть. Ладно. Да, в Доте 2 намного прикольнее, чем что несколько зарядов. Слушай, ну в принципе, мне кажется, в этой катке все равно мы контента дали. Мы определенно его дали. Дали, ребят. Ну в целом, надеюсь, вам эта катка тоже понравится. Некстовый видос у нас, скорее всего, будет посвящен кровавому футболу. Будем толкать лево-вправо. Тут тоже получилось у нас прикольно. Ну и в целом... Напишите свое мнение в комментариях, зашла ли вам эта катка в целом, зашел ли вам этот видос как контент. Не надо писать комментарий, а вот если бы ты взял того, если бы взял того. Ребят, мы будем делать немножечко по-другому, не как по дефолту. Не через Тускара сейчас в этой катке. Через Тускара было два видоса, Тускар будет еще потом. Поэтому, ребятки, не надо такие комментарии писать. Смотрите видосы, и все будет огонь. Ну и на этом все. Антонио, благодарю тебя за то, что ты помог сегодня записать этот видосик. Не за что. Вот. Не за что, такой, знаете, честно, скромняга. Не за что. Так. Обращайтесь, 007. Как тебе, понравилась вообще комба? Да, простая, но зрелищная. Да.
Сейчас самый кайф, это как в старых версиях, да, там этого Pudge Wars, да, и сейчас, в принципе, это актуально, вот это, да, заряд такой, и кровяка такая летит, прям кайф. Предмет этот раскачал, Руптуру, да, Хук ничего не наносит, но Руптура, пул хп. Да, короче, получилось вот так, ребятки. Ну и на этом все, с вами был Xanazus, и до скорого. Всем всего доброго, пока.